Всем привет! Меня зовут Петракова Жанна. Я персональный стилист, и вы на моем канале о моде, о шопинге и полезных советах. Снимаюсь со второй попытки. Я уже второй раз приезжаю в магазин Зарина. Первый раз это было неделю назад. Я засняла блог, но не успела его доснять, и потом я заболела. Сейчас я приехала второй раз. Здесь как раз вышла коллаборация с сестрами Руан, и мне хотелось бы посмотреть вживую, как это выглядит, вам показать и доснять то, что я не успела. Вот, поэтому если вдруг вы в кадре будете видеть мои розовые ногти зеленые, знайте, что я снимала это два раза. Так что давайте пойдем и будем вместе разбираться, что там интересно. Так, мой outfit of the day. На мне лонгслив Zara, брюки Манго, кожаный пиджак No Name, сумка Marc Jacobs и кеды Victoria. Бижутерия это Zarina. И начну я вот с такого вот красивого пиджака красного цвета из буклированной ткани. Стоит он 5999. Это вообще сейчас очень приемлемая цена. Так, что у нас с составом? Состав у нас, по-моему, там, так, 69 полиэстер, 19 акрил, 4 шерсть, 3 полиамид и 2 вискоз. Вискоза. В принципе, по ощущениям он очень хороший. Посмотрите, нам сразу мерчендайзеры предложили сочетание небесно-голубого с красным. Очень красиво. Так, джинсы у нас. Вот код 3599. Вполне очень даже себе приемлемая цена. Очень плотная ткань хорошая. Сам крой джинс. Я уже до этого снимала влог, вкратце прошлась по плащам. Вот этот плащ красивый. Что мне в нем нравится, стоит он 7599, что у него очень красивые дизайнерские рукава. Посмотрите. Обращайте внимание на такие вот детали, которые и создают вот этот образ. Когда кажется, что вещь именно дизайнерская. И удивительно, что вот такой плащ, тут даже эстетика какая-то 60-х, именно в Зарине за такие деньги. То есть такой плащ, он выглядит дороже, чем стоит. Потом мне понравилась вот такая вот базовая юбка, карандаш из эко-кожи. Стоит она всего 3000. Это очень хороший вариант на каждый день. Ее можно стилизовать и в какой-то праздничной манере, и на каждый день. Так, здесь вот базовые рубашечки. Мне, конечно, не нравятся такие воротнички. И хлопок, мне кажется, хлипковат. Но сам фасон достаточно неплохой. Вот такие пышные рукава. Стоит это 3600. Потом тут же висит такой красивый базовый пиджак из эко-кожи. Стоит он 5999. И вот к нему также мерчендайзеры приложили юбочку. Вполне приемлемая цена 399. Посмотрите, какое красивое сочетание бежевого с красным. Потом здесь есть вот такие вот классные пиджаки оливкового цвета. Цена 4599. Они немножко тоненькие, но форму держат. Есть еще такой в молочном цвете. К нему идут брюки 2999. И здесь 4 расцветки.
кофейные более активны. Зеленые и молочного цвета. Так, состав у нас здесь. Так, состав у нас здесь 92 полиэстер, 8 эластан. Потом уже в предыдущем видео я вам показывала вот такой вот лимонный плащ за 6999. Он очень хорошего качества. Это такая, знаете, хлопковая плащевка. Выглядит он также очень красиво и смотрится дороже, чем есть. Так что у нас там с составом. О боже. Так, что у нас с составом? Зарина объявляет сезон идеальных так, покупок. Состав. Только сейчас скидки до 50%. 100% полиэстер. Так. Зарина. Ну вот ощущение, что это вот прям, знаете, такой вот хлопок. Очень такой приятный. Так, что у нас дальше? Потом мне понравился вот такой вот небесно-голубой костюм. Пиджак стоит 5599. Великолепно. Так, состав у нас. Так, состав у нас 92 полиэстер, 8 эластан. Так, брюки стоят. Брюки стоят у нас 3999. Здесь также вот такая вот мягкая сумка, аналогичная была в Заре. Я, наверное, сейчас не буду ее смотреть, я потом цену вам напишу. Так, очень хорошие джинсы. Так, цена 3999. Смотрите, очень хорошая варка. Крой. И самое главное, что они плотные. Потом меня привлек вот такой вот красивый травянисто-зеленый пиджак. Цена у него 5000. Состав я говорить не буду, потому что я так понимаю, что здесь он везде одинаковый. Так, есть еще вариант вот в таком серо-болотном цвете. Тоже 5599. А нет, подождите, он уже дороже. Если это 4999, то тут 5599. Так, да, он дороже почему-то. Так, дальше. Потом мне понравились вот такие вот базовые юбки из эко-кожи. Прямые карандаш. Здесь два варианта. В черном цвете, в шоколадном 2599. Так. Так вот. Потом вот из бижутерии, я смотрю, такая симпатичная цепь из комбинированного золото и серебра. Она будет очень хорошо компоноваться с разными металлами. Так, 799 рублей. Так, потом есть вот такие вот симпатичные базовые топы. Цена у них 599 рублей. Они в трех цветах. Это белый, нежно-оливковый и черный. Так, состав у нас... Так, состав у нас, сейчас посмотрю. Так. Состав у нас 92 катон, 8 эластан. Очень приятный будет к телу. И стоит совсем недорого, 600 рублей. Потом вот такой вот голубой плащ на сайте, он смотрелся лучше. Это... 6999. Это даже не эко-кожа, а какой-то такой
почти прорезиненный материал. И мне кажется, что вы после пребывания в нем через 10 минут будете все мокрые. Он вообще не пропускает воздух. Прям резина какая-то. Не знаю, если честно. Так, потом мне понравилось вот такое вот очень красивое трикотажное платье цвета лайма. У него вот такая вот классная кокетка сзади. Стоит оно 4599. Очень классно. Так, ну мне кажется, что там полиэстера много. Но оно такое плотное будет держать форму. Так, что у нас с составом? 65 вискоза. Так. Хотя, вы знаете, я ошиблась. Очень хороший состав. 65 вискозу, 35 полиамид. Удивительно. Так, дальше. Потом я вижу здесь очень красивого, классический синего цвета джинсы. Смотрите. Так, страйлег прямые. 3999. Такой цвет, он сочетается почти со всеми цветами. Это очень хороший базовый цвет, в отличие от голубого, черного. Вот такой цвет, он более универсальный для сочетания. 3999. Потом точно такие же джинсы есть в белом цвете. А, стоят они также 3999. Посмотрите, какие у них красивые внизу отвороты, которые уже пришиты. Очень классно сделано. Потом мне понравились вот такие вот пиджаки. Ну, по ощущениям, конечно, они прям, ну, не знаю, такой прям чувствуется полиэстер, но внешне выглядит неплохо. Стоят они всего 3600. Есть такой в молочном цвете и есть такой серо-голубой. Или нет, это... А, да, такой же серо-голубой цвет. Потом есть вот такие вот, как я их называю, имитация льна. Пиджаки за 3600. Здесь в основном полиэстер. И где-то процентов 10 вискоза. Есть такие же в бежевом варианте. К ним идут брюки. К ним идут брюки. Вот такие вот. И стоят брюки 2399. Потом мне понравилось вот такое вот хлопковое платье. Вот с такой вот декоративной кокеткой сбоку. Стоит оно 4599, и по ощущениям это хлопок. Сзади даже разрез есть, посмотрите. Потом есть вот такие симпатичные платья-комбинации. Стоят они 2999, и они здесь в четырех цветах: молочный, кофейный, черный и вот такой вот оливковый. Так, ткань по ощущениям хорошая, она цепляться не будет, она, видите, не мнется. Так, ну я так понимаю, что это... Так, что у нас здесь? Полиэстер, скорее всего. Так. Так, пока непонятно, подождите секундочку. Так, да, 100% полиэстер. Потом есть вот такие вот классные базовые топы. 1799, цвет Very Perry, бежевый и черный. Очень хорошие базовые топы. Такой трикотаж у них, мне кажется,
Это либо вискоза, так, либо листер. Так. Так, у нас тут, да, 65 вискоза, 35 полиамид. Симпатичные. Так, потом мне понравились вот такие вот блузки розовые. А, даже вот вживую, вот этот блеск, он не такой, как бы сказать, пошлый, да, он такой деликатный. Стоят они 3600. Достаточно приятная ткань, сшита хорошо. Так, что у нас по составу? Вот они любят прятать. Так, состав 70 вискоза, 30 полиэстер. Я так понимаю, что у них в основном состав это либо полиэстер, либо вискоза, либо хлопок. Значит, потом у нас есть вот такая вот, скажем так, реплика сумки Джеки 61 года. Сейчас Гуччи выпустил в новых расцветках. У них как бы идет такая переосмысление своих же моделей, только в новом прочтении. Они сейчас свои классические модели выпускают в таких вот современных расцветках, и выглядят они очень актуально. Ну, они прям тут совсем повторили. Стоят они 2799. Понятно, что это не кожа, но кто хочет, вполне себе. Потом очень красивые вот такие вот базовые шелковые юбки, сшитые по косу. Они, кстати, очень хорошо сидят на любой фигуре. Стоят они 2399. И они в четырех цветах. Это такой вот кремовый, Very Perry, голубой и такой вот мятный. По ощущениям очень приятные. Прям очень приятные. Видите, они не мнутся, очень хорошая ткань, и она не будет цепляться за стулья. У Зарины тоже есть сумки. Вот такой вот багет. Я уже посмотрела, он стоит 2399. Потом такая неплохая сумочка. Так, стоит она 2199. Потом вот такие вот сумки Хоба в двух вариантах. Так. Так, стоят они непонятно сколько. Так. 1599. Понятно, что это дерматин. Но... В общем, неплохо. Если это, например, молодая девушка, и у нее нет денег, то почему бы и нет? Потом вот такие вот яркие цвета фуксии свитшоты. Так, оверсайз 3999. Классные рубашки из белой джинсы. Стоят они 3999. Вы знаете, такое ощущение, что они прям очень так цены переклеивают. Потому что, видите, от руки написано. То есть вчера, возможно, была одна цена, сегодня уже от руки написано новая. Так. Потом очень симпатичная вот такая вот блузка с такой вот красивой деталью, но такие блузки, они садятся на девочек с фигурой груша и песочные часы. На прямоугольников они вряд ли сядут. Так, стоит это все 3599. А там есть вот такие вот яркие топы такого апельсинового цвета. Стоят они 1999. Но ткань у них какая-то такая, знаете, рыхловатая и
цеплючие. Они уже там в некоторых местах имеют затяжки. Потом неплохое платье из такого как плотного трикотажа. Наверное, тоже вискоза. Стоят они 4599. Такие вот сумочки багет голубые. Цена у них 1999. Потом есть рубашки вот такие вот, как я вам показывала, белую 3999. То есть они здесь есть в белом, в таком вот, не знаю, таком мятном, бежевом, классической джинсовки, то есть 4 цвета. Потом вижу стойку с топами хлопковыми за 799 рублей. Да. Здесь несколько цветов. Посмотрите, черный, бежевый, голубой, коричневый, варипери. Такой вот цвета лайма, серый и белый цвет. То есть подобрать вы можете себе любой топ. Качество хорошее. Потом есть вот такие вот приталенные пиджачки из кокожа в черном и в бежевом цвете. Стоят они 5000. Но материал у них какой-то странный. И за счет того, что они приталены, мне кажется, вы будете мокрыми. Когда пиджак из кокожи, и он, например, оверсайз, у вас есть возможность продуваться. Здесь это настолько плотно, и не знаю вообще, как у кого восприятие, но я бы точно была мокрая через 5 минут. Ну, странное решение. Так, потом я по традиции, как всегда, иду в сейл. Здесь вот есть стойка с кардиганами. Так, стоят они 1999. Так, ну, судя по всему, это полиэстер. Так, нет, 60 хлопок, 40 акрил. Знаете, кстати, хороший состав. Так, потом такие варианты есть. В оливковом цвете, в серо-голубом. И в таком вот варипере. Так, потом я вам показывала в том предыдущем обзоре вот такую жилетку. Такую ярко-неоновую. За 1999 она прикольно смотрится. Потом мне понравились здесь вот такие вот белые юбки прямые. Стоят из-за кокожи, стоят они 1599 рублей. Есть такие же в бежевом варианте. Потом есть вот такие вот юбки из искусственной замши. Так, стоят они также 1599 рублей. Потом мне понравилась вот такая вот кофейная юбка. Такого же плана юбка. В новой коллекции стоит, по-моему, 3,5, а это стоит 2599. Там она бежевая, здесь кофейная. Так, потом вы, наверное, уже видели во многих обзорах, сейчас показывают вот такие вот лаковые зеленые юбочки. Стоят они на распродаже 2599. Такая красивая акцентная юбка. Очень красивого такого зеленого цвета. Так, потом у нас здесь есть шорты, я так понимаю. Это что ж такое? Вот такие вот удлиненные шорты. Так, и стоят они 1599 рублей. Потом мне понравились
Вот такие вот стеганые, не теряющие пока своей актуальности. Куртки 4999, и они в трех цветах. Такой разбеленный в репэре, бежевый и болотный. Вот такие вот типа плаща. Так, состав у нас. Так, секундочку. Состав у нас 100% полиэстер. Я решила снять блог за два раза. Первый раз, когда я снимала коллекции сестер Рубан, еще не было коллаборации. А потом я заболела, и вот сейчас я выздоровела и приехала заново в магазин. И мне хочется блог снять из двух частей, то, что я уже до этого сняла. И сейчас и хочется показать именно коллекцию сестер Рубан, она очень интересна. Первым идет вот такой вот пиджак. Смотрите, как он красиво здесь сделан. Как здесь сделаны рукава. Так, и стоит он 5999. И состав 93 вискозы, 7 полиамид. Так, сзади он прямой. К нему идут брюки. Так, сейчас покажу. Вот такие вот брюки. Так, стоят они 3999, и это тоже 93% вискозы, 7 полиамид. А потом мне очень понравился вот такой плащ. У него рукава отстегиваются. Так. Вот видите, он здесь на кнопках. Здесь можно красиво либо приспустить, либо вообще снять рукава и носить как жилет летом. А сестры Рубан, они вообще славятся вот такими вот деталями, кроем. Они для начала не всем понятны, но кто это распознает, тот просто уже восхищается и ищет вещи этих девчонок. Так, и я рада, что Зарина сделала коллаборацию с ними. Значит, плащ стоит 7599, здесь 100% полиэстер, подкладка тоже 100% полиэстер. Так, по-моему, этот плащ еще в другом цвете есть, я видела на сайте, но здесь его нету. Там он еще в бежевом цвете есть. Так, потом... такая вот классная укороченная рубашка. Так, и стоит это у нас 3599, это 100% хлопок. Классная штучка. Так, потом мне понравилась вот такая вот куртка летняя. Так, стоит она 4599, и это 55 хлопок, 36 бамбук и 9 полиэстер. Классная такая, такого цвета молочного. Потом здесь еще есть вот такие вот юбочки, сшитые по косой, такого цвета, как сейчас выпустил Balenciaga, 3599. И это у нас 100% полиэстер. И еще мне понравилось безумно вот такое вот платье на лето. Смотрите, как красиво сделано. Здесь еще такая вот строчка контрастная. Смотрите, как здорово. Так, это у нас получается... 4999 стоит, 100% хлопок. Подкладка 60 хлопок, 40 полиэстер. Ну, странно, что подкладку они так пожалели на цельный хлопок. Могли бы и с вискозой. Но сделано очень красиво. Смотрите, карманы такие вот. Классное платье. Для этого образа я взяла классические синие джинсы прямого кроя.
дополнила их простой базовой белой футболкой, белыми ботильонами, и сверху накинула вот такой красивый буклированный пиджак красного цвета. Получился такой красивый кэжуальный образ. В таком образе вы точно не останетесь незамеченными. Здесь я соединила красный буклированный пиджак. Вниз я надела обычную белую хлопковую майку, дополнила черной юбкой из эко-кожи с разрезом. И внизу надела такие красивые контрастные туфли. Получилось с одной стороны просто, а с другой очень нарядно. Это хороший образ для похода на работу, в ресторан, на выставку. Так что смотрите. Здесь я соединила свободные серые брюки шерстяные. К нему добавила такую же серую рубашку расслабленную. Вниз я надела шелковую блузку такого красивого голубого цвета, как нам показал Balenciaga в своей коллекции. И здесь идет игра на контрастах. Игра фактур. Шерсть плюс шелк, и это всегда смотрится очень красиво. Вниз я бы добавила белые лодочки, черные лодочки, кроссовки. В зависимости от того, хотите ли вы пойти на работу или просто прогуляться. Это такая альтернатива, вот эта рубашка, это такая альтернатива пиджаку. В этом комплекте я соединила брюки такого нежно-оливкового цвета, топ цвета лайма, и сверху накинула кардиган такого вкусного сиреневого цвета. Получился такой нежный повседневный образ. Снизу я дополнила белыми ботильонами. Сверху можно накинуть вот такой вот бежевый базовый тренч. Вот вам показываю этот пиджак из коллаборации с сестрами Рубен. Посмотрите, как красиво сделаны детали. Вот, например, на рукаве вот такой ряд пуговиц, асимметричный борт, вот такие вот несимметричные разрезы. И вещь уже смотрится дизайнерской. Я дополнила этот пиджак простыми белыми джинсами, добавила вот такие контрастные туфли. Я бы сюда надела еще черную сумку багет и вовнутрь добавила бы черный топ бра, чтобы можно было расстегнуться. У меня просто сейчас там нет ничего, потому что дают по 5 вещей. И посмотрите, вроде как бы простой, но при этом такой классный городской образ. И видно уже, что это дизайнерский пиджак, при этом это Зарина. Спасибо сестрам Рубен. Меняем пиджак на серо-зеленый. И у нас уже получается немножко другой образ, более спокойный, но такой же кэжуальный и классный на каждый день. Здесь я уже сочетаю чисто цвета к такому красивому кэжуальному свитеру очень красивого сиреневого цвета. Я добавила ярко-зеленые джинсы, снизу дополнила белыми ботильонами. Вы можете сюда добавить белые кроссовки или белые лодочки, и вы точно будете самой модной, незамеченной не останетесь. Так что берите на заметку, это очень простые такие и красивые сочетания. И главное, трендовые. Меняем пиджак и туфли. И образ становится уже более формальным. Пиджак оверсайз, такого красивого, травянисто-зеленого цвета. Потом хотела показать вам вот это платье с отстрочкой. Очень классно. На лето очень такое приятное. Здорово сшито. Прям классно.
И я бы сюда добавила сандалии красивые. Может быть, коричневые, может быть, черные. Такой большой шопер. Если вы не знаете, как сочетать цвета, запомните одно правило. К ахроматическим цветам, таким как белый, черный, серый, вы просто добавляете цвет и никогда не прогадаете. Здесь я взяла черный пиджак, белую футболку, ярко-зеленые джинсы и добавила вот такую контрастную обувь. Значит, у меня там на футболке принт, не смотрите, потому что выдают по 5 вещей, очередь большая. Сюда вниз вы можете добавить просто белые лодочки, либо, например, принт зебра тоже будет очень красиво смотреться. И у вас получается вроде как и строгий, и в то же время яркий образ на каждый день и на работу, если у вас не очень строгий дресс-код. Меняем джинсы на юбку цвета фуксии. И теперь у нас уже такой деловой, но при этом яркий образ на работу. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Я старалась как можно больше осветить все то, что есть в Зарине. На меня лично этот бренд не очень хорошо садится, поэтому мне приходится постоянно много брать одежды в примерочной. Здесь дают всего по 5 вещей, и это какая-то бесконечная история. Я надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, так как могут YouTube закрыть, на мою страничку ВКонтакте. Там я и в страничке ВКонтакте, и в телеграм-канале очень много публикую полезной информации про российские бренды, про всякие скидки. В общем, интересно. Так что комментируйте, ставьте лайки, а я с вами прощаюсь. Пока-пока.